Добрый вечер, меня зовут Алексей Круглов. И спасибо. Спасибо. Очень рада, что у нас всех видит, потому что сегодня, конечно, для нас всех особый день. Не так давно вышел наш диск на лейбле Artbeat. Этот диск мы выпустили вместе с потрясающим гитаристом, который является вице-президентом джазовой федерации Эстонии, Ярмо Суояром, который выступает во многих проектах. Он играет и с Ханом Беннингом, и с классическими музыкантами, и с фолк-музыкантами. И сегодня также вот с нами играет его большой друг, и который является как раз-таки президентом джазовой федерации. И они вместе выступают очень много, и их сотрудничество уже продолжается, ну, по-моему, с прошлого еще века оно началось. И также эти музыканты недавно выступали с Дэйв Линдманом, и они играют с Андреасом Муслимом. То есть много-много различных проектов они делают вместе. И, конечно же, играть с такими музыкантами — это просто счастье, на самом деле. Вот. Но я хотел бы рассказать немножко про диск. Диск, который выпустил лейбл Artbeat, он называется «Стерео осень». Это наша запись, две записи с концертов, которые были в ноябре 2011 года. И первая запись — это трио, которое мы исполняем, это авторская музыка. То есть это двойной диск. Канал как бы left образует первый диск, и канал right образует, соответственно, дабл диск, второй диск. И как раз таки вот первый диск мы играем, на первом диске мы играем в трио с Олегом Юданом. К сожалению, большому он сегодня не смог приехать, потому что он заболел, у него бронхит, он лечится в Архангельске, и он всем передал большой привет. Вот. И на счастье, конечно же, с нами вот в туре участвует Танал Рубен, барабанщик. И, конечно же, то, что он играет с нами в этом трио и в следующем проекте, это очень здорово. Итак, вот это первый диск, который носит название «Портрет маленького цветка». Это авторские композиции с моими стихами, которые я декламирую на этом диске. И эта запись была сделана в культурном центре «Дом». И вот мы, в общем, решили сделать из этого трио первый диск. Второй диск — это наше посвящение Джону Колтрейну, его бессмертному произведению «Love Supreme». И как раз таки тут уже много участников, это септет, но, в общем-то, Love Supreme, собственно, как и на диске, будет звучать во втором отделении, а в первом мы будем отображать то, что звучит на диске «Портрет маленького цветка». Итак, вот эти оба диска образуют альбом, двойной альбом «Стерео осень». Итак, Ярмо Суояр. Эстония, гитара. И Танал Рубен, ударные. Эстония. Мы сейчас находимся в таком туре, и это наш третий концерт. Мы недавно играли в клубе «Эссе», мы позавчера выступали в Ярославле на фестивале. Вот продолжаем наше такое путешествие. И, конечно, очень рады, что презентация диска проходит сегодня здесь. Итак, 5 композиций, или, может быть, 4 композиции мы исполним, посмотрим. И первая носит название «Портрет маленького цветка», заглавная диска, заглавная пьеса диска, собственно, «Портрет маленького цветка». Thank you.
Композиция, автором являюсь я, называется «Сражение».
Thank you.
холодно. Вижу, но был голод, выжил, бил рукой кол мимо. Там выл полем минным, кон им вол дал, пел. Покой Нил пока пел. И холл одно вижу, звук вен, плуг нем. Холодно, одной рукой бил, выжил, был голод, но... Thank you.
Следующая композиция принадлежит Перу Яко Сурьяра, и она называется «Хьюги», что в переводе с датского обозначает «комфорт». Thank you.
Краснояр и Тамара Руба. И у нас закончим первое отделение пьесы, которая, собственно, она и вот на первом диске нашего двойного альбома. Собственно, ей и заканчивается вот этот первый диск. Она называется «Отпечаток времени». Thank you.
Спасибо. Я в соло, я гитара сама. Там урбан, барабаны, история. Все это было совсем России. Спасибо большое. Итак, мы продолжаем презентацию наших дисков. И перед тем, как я объявлю музыкантов, которые будут играть второе отделение, я хотел бы сказать очень важную вещь. Вот этот диск «Стерео осень», который мы сегодня презентуем, он был записан, как я уже сказал, на ноябрьских концертах «Яко Свояр» в Москве. И, собственно, первый диск был таким неким музыкально-политическим театром. Второй диск состоит из посвящения Джона Колтрейна, нашей интерпретации, нашего исполнения его великой «Love Supreme». И мы решили соединить эти два проекта, так как, как нам кажется, образы одного и второго диска, они очень хорошо дополняют друг друга. И, конечно же, нужно сказать, что этот концерт, который был записан, мы назвали это «Following Love Supreme», то есть «Следуя за Love Supreme». Этот концерт был сыгран Яком Свояром, моим кругом Бэтом и Олегом Гюдановым во дворце на Яузе. И этот концерт явился частью серии концертов, которые организовал Михаил Сапожников, доктор физмат, большой коллекционер Джона Колтрейна. И как раз таки в 2011 году был юбилей Джона Колтрейна, и серия концертов, которая началась в том году, в частности с приезда Александра Пищикова, который, кстати, недавно здесь выступал, и продолжилась с другими замечательными концертами. Вот этот концерт, особенно во дворце на Яузе, практически вот тем же составом, только Олег Юданов был на ударных. Он, собственно, был одним из последних вот в этой серии, и там очень много музыкантов принимало участие вот в этой серии. Владимир Тарасов, и как я сказал, уже Як Свояр, и Александр Сафуров. Так что большое спасибо Михаилу Сапожнику. Кстати, вот он здесь, можно ли поделиться, за организацию вот этого проекта. Я хочу сказать, что он идейный вдохновитель того проекта, который сейчас прозвучит на этой сцене. Итак, музыканты, которые участвуют во втором диске, получившем название «Following Love Supreme». Тут уже на сцене наш бессменный Як Свояр. Также наш большой эстонский друг Танел Рубен ударный. И музыканты круглого бенда Ринат Гатаулин рояль. Денис Шушков – контрабас. Конечно же, вы его все прекрасно знаете, он часто выступает в клубе. И два моих больших друга, ну, в общем-то, все мы тут друзья, но этих людей я хотел бы, может быть, несколько особенно отметить, потому что они саксофонисты, и мы все, саксофонисты, участвующие в этом проекте, мы все продолжатели и последователи идей Джона Колтрейна, который является, конечно же, для нас во многом таким, можно сказать, отцом в джазе. Ну, конечно же, мы идеи Колтрейна или спорим с ними, или как-то перемалываем по-особому, по-своему, но тем не менее Джон Колтрейн повлиял, несомненно, повлиял на всех нас. Итак, Антон Залетаев, сопрано-саксофон. И Олег Грымов, тенор-саксофон. Четыре части мы будем играть без остановок, без купюр, без пауз. Четыре части, одним блоком, собственно, как это было у Джона Колтрейна, но, конечно же, с нашими отношениями. Итак, «Following a Love Supreme». Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ренат Гаталович. Антон Зультаев, сопран, саксофон. Олег Гремов, тенор, саксофон. Денис Шишков, контрабас. Наши дорогие эстонские друзья. Танел Рубан. Своя гитара. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Юрий Маркин, в целом Биг Бенд 7 апреля. Приходите, всех вас ждем. Спасибо.